Ну чё, мне, конечно, есть тут одни такие доводы. Ну, это, конечно, мое личное по сути. Но, по-моему, самый глупый нерв, который только был. Да, это, по-моему, мнению нерв карьеров. Раньше вообще карьер мог выпускать обычных дронов до 15 штук, мазер до 25 штук. Да, они могли пользоваться также истребителями, а мазера как истребителями, так и бомберами. На выбор. Можно было поставить на карьер модуль триангуляции, который повышал шансы на выживание. Ну, тряга по-другому при атаке. Да, кары используются достаточно активно и в PvP, и в PvE. В PvE за место Иштаров. Да. Так как оно, в принципе, это позволяло просто каре прилететь на аномальку, выпустить дронов и просто ждать, пока они сами не закончат. Да, аналог, я повторюсь, нынешнего Иштара. Стоимость карьера тогда не превышала 1,5 миллиардов. Страховка от потери покрывала 70% его стоимости голой тушки. В принципе, с фитом карьер стоил там 2-2,5 миллиарда. В случае потери 900 миллионов, как правило, возвращалось. Да, имело смысл страховать. Но сейчас это даже я про это говорить не хочу. Это не страховка, это какой-то бред. И к чему я это все? Да тут все просто. Раньше каждый краб стремился как минимум к карьеру, а в лучшем случае к мазеру. А за 10 часов АФК накрабливал спокойно себе 1 миллиард поиска. Да, кто-то скажет, это ерунда, я больше в то время зарабатывал. Тут дело не в заработке. И по большому счету, если бы данные вернули, к примеру, АФК кары, то хотя бы народ бы как-то оживился. Может, филоменчики бы снова ожили. Хотя, сомневаюсь. Вся проблема в том, что если человек ушел, он вряд ли будет возвращаться. Ну, по моему мнению, в принципе, можно попробовать расшевелить игру с моей, повторюсь, точки зрения. Ввести корабли, какие-нибудь подвиды карьер с возможностью использования, как раньше, обычных дронов. Если, в принципе, крабы на них пересядут, то будут достаточно вкусные АФК цели. Но также нужно учитывать, чтобы стоимость корабля не превышала хотя бы 2 миллиардов, и страховка была как минимум в половину. Ну или хотя бы, ну, хотя ладно, тут уже хрен поймешь. Да возьмите вы тот же карьер, режьте его ХП на 30%, сделайте его как раньше, возможность погрузки дронов, возможность увеличения их количества. Блин, да посмотрите на кары 2015 года, сразу станет ясно, какие от этого будут плюсы. Я не знаю, вряд ли, конечно, кто-то будет что-то делать, но в принципе, это был самый первый глупый нерв, а потом пошел нерв мазеров, титанов. Ну что, молодцы, добились. Теперь все катаемся, народ, на Терисерах и крабим на Иштарах. Зашибись. Ой, игра, в которой бесполезно играть, потому что тут развиваться некуда.